Предновогодний домашний матч между ТХК и хоккейным клубом «Саров» выдался динамичным и напряженным. К сожалению, тверской клуб отдал победу, однако поражение – это стимул для новых свершений. Мне свою команду не к чему упрекнуть в самоотдаче, в борьбе, в желании. Ребята выложили сегодня на 100%. В общем-то, я им за это благодарен. Ну, нам не хватало чуть-чуть, в каждом моментике нам не хватало чуть-чуть. И потери были на средней зоне, и при реализации там большинства и над собой. Да, у нас хватило сил там сравнять счет, но, к сожалению, соперник хорошо реализовал большинство. И, в общем-то, мы все увидели. Мы отдали все силы, мы приложили все силы для того, чтобы отыграть эту шайбочку, но чуть-чуть нам не повезло. Я рад, что мы победили. Для нас очки очень важны. Я думаю, как и для соперника. Они важны для всех. Мы еще не теряем надежды. Будем бороться до конца за плей-офф. И сегодня ребята выложились. Поражение не помешало тверским спортсменам поздравить с наступающими праздниками воспитанников из Тверского социального приюта и из Некрасовского детского дома. Ребята – давние поклонники хоккея и частые гости соревнований на льду. Как только смолкла сирена об окончании матча, воспитанники выбежали к игрокам на лед, чтобы получить подарки. Веселые лица, улыбки и детская непосредственность заставили вмиг забыть об упущенной победе. Мне понравилось, я очень переживала, я даже плакала. Это офигенно! Мне очень понравилось. Обидно, конечно, но мы очень сильно болели, даже голос сорвали. Успехов в новом году, счастья, здоровья, отказываться от вредных привычек, больше заниматься спортом, ходить на хоккей. Да, это очень здорово, нам приятно дарить детям подарки, детям приятно ходить на хоккей, получать подарки. Готовятся к новым победам и юные хоккеисты. Русская школа хоккея за короткое время получила известность не только в России, но и за ее пределами. Ребята не перестают тренироваться и зимой. У нас работают квалифицированные тренеры, которые отдаются полностью своему делу и выкладываются на льду на все 100%. И хотят научить детей за короткий срок максимально научить их и передать им все лучшее, что мы сами умеем. Тверские хоккеисты успешно начали 2014 год. Победа над Южным Уралом и разгром Челябинского Челмета позволили ТХК опередить в турнирной таблице Кубань и занять 6-ю строчку.